Всем привет! Это 11 на 11 на календаре 30 октября, а это значит, что настало время матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу. И открывать кубковую программу будет поединок на стадионе имени Бойко, в котором встретятся две команды Донецкого региона. Мой любимый Мариуполь и Донецкий Олимпик. О чем это все закончится, вы узнаете в конце ролика. Погнали! В первом тайме создавалось впечатление, будто бы до этого команды ни разу не встречались. В первой 45 минутке Мариуполь создавал моменты, которые могли превращаться в забитые голы, но и Олимпику позволял играть в свой футбол. Во втором же тайме картинка кардинально поменялась. Мариуполь всеми силами атаковал, но своего добился только на 95-й минуте. Вячеслав Чурко своим пушечным выстрелом положил мяч в нижний угол ворот. Не без помощи голкипера, конечно, но мяч все же оказался в сетке ворот. И это самое главное. Чего сегодня не хватило Олимпику? We needed to score and improve in set pieces. Today the chances we had, we didn't score. And at the end they have a lot of chances in set pieces. Реализации своих моментов не хватило. И конечно, опять-таки, эпизодически неудачная игра в обороне. Друзья, это было что-то невероятное. Мариуполь в 1/4 финала. Вячеслав Чурко своим шикарнейшим голом на 90+5 минуте приносит нам эту важнейшую победу. И сейчас нам остается лишь ждать, кто же будет нашим соперником в 1/4. Лично я надеюсь либо на Минай, либо на победителя пары Альянс Липова Долина, Горняк Спорт, Горишни Плавни. Друзья, ну а с вами был, как всегда, Миша, канал 11 на 11. Любите футбол, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!